Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Эммануил Виторган и Ирина Млодик в солидном возрасте отважились на рождение детей. Их дочки Этель и Клара появились на свет с разницей в год. Эммануил и Ирина на все готовы, чтобы у их дочерей было радостное детство. «Пусть наши дети будут счастливее нас», — подписал под роликом Эммануил Виторган. Где папа? Папа. Где папа? Папа. Кларочка, где твой Эмма? Да. А где Эмма? Лара, нельзя брать телефон. Да. Спасибо, какая ты добрая. Да. Папе пошла. Мама. К маме? Да. А ты же только что с папой была. Сказала, пойду к папе. Да? Тюк-тюк. Да, мам. Да, мам. Спасибо, мое солнышко. Спасибо. Вот и к папе, правильно. Папочке к своему любимому. Во! Пау! Синий! Это какой дозик? Поменять еще! Куда ты пошла? А что думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.